Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть 6. Мы продолжим наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту. Гладкую кожу, шелковистые волосы, глаза, стройную фигуру и легкую походку. Ярким представителем необходимых витаминов для красоты и здоровья является витамин Е. Витамин Е оказывает комплексное воздействие на организм, обеспечивает нас энергией и позитивным настроением. Но самая важная функция витамина Е на наш организм, от которой зависит красота и молодость нашей кожи, это обеспечение нормального состояния клеточных мембран, ведь именно от них зависит функционирование клеток и тканей организма. Также витамин Е участвует в образовании коллагеновых и эластиновых волокон, позволяющих коже оставаться молодой и эластичной. Витамин Е – сильнейший антиоксидант. Он препятствует старению клеток и защищает их от свободных радикалов. Не случайно его называют самым женским витамином. Исследования ученых показали, что витамин Е также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и стимулирует работу мозга. Витамин Е – это жирорастворимый витамин, и он находится в маслах, нерафинированном подсолнечном, оливковом, соевом, льняном, также в семенах тыквы, подсолнечника, льна, в листовой зелени, ростках пшеницы, говяжьей печени, куриных и перепелиных яйцах. В небольшом количестве также витамин Е присутствует в ботве моркови и зелени сельдерея, спаржи. О других витаминах вы можете узнать в следующем видео. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.